хотел бы порекомендовать вам сервер Astral. Сервер PvP направленный с модом суперструктуры. В трайбе не более 10 человек. Рейты на опыт и сбор 5x. Скорость роста дина 15x. Приручение 10x. Скорость урожая 50x. В кластере сервера вами любимые карты, кроме Полгуэра и Скёрча. А для новичков действует промокод Astral Mrevita. Плагины и моды для комфортной игры. Еще больше информации вы можете узнать в дискорде сервера. Проходите по ссылке в описании и не забудьте про промокод. И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival World. Все так же на Генезисе. Ей! Сегодня мы пойдем строить, наконец-то, мой остров. Мой личный остров будем строить. Я, короче, тут побегал на лягушатинке. И, блин, это просто кайф, когда ты бегаешь на лягушатинке, а за тобой ходит вот такой телохранитель. Просто ты подходишь, глушишь всех насекомых. И если, не дай бог, какая-то тварь к тебе подходит, и что-то ей не нравится, прибегает телохранитель и просто размачивает всем бошки. Тогда у него был урон по 1100. Сейчас у него урон еще больше прокачал, я думаю, около 1500, я думаю, будет. Но, в общем, ну, представьте, просто такой идешь, если кто-то тебе, на тебя не так смотрит, просто прибегает громила и начинает всех месить. Вот так по болоту путешествовать я готов. Это просто кайф, гигантопитек с такой броней, это просто огонь. Надо будет ее, кстати, починить, когда у меня будет металл. Пока что металла нету. Да, здесь я смотрю, он ресыпано выбивал с них. Ну, ладно. Пускай будет ресы там, стрелы сюда. Лишнее повыкидываем, даже топорик есть. Классно. Ладно, пускай будет. Цементную пасту я добывал не зря, не просто так, потому что сегодня будем строить остров, и там нужна будет, нужен будет все это дело. Цементная паста в будущем она тоже пригодится, и будем строить всякие станки и так далее. Построил кормуху, в кормуху скинул всю едуху, не знаю, показывал это или нет, но в общем вся еда здесь. У черепахи вес позволяет, хоть и немного, но позволяет. Давайте вкачаем вес, пускай будет. Вот, всякие вот эта вот фигня здесь. Грибы, цветы генерируются просто до ударения. О, просто офигенно как. И, кстати, вот я не помню, чтобы на нем была трава. И мне кажется, с последнего прихода ее стало побольше. Здесь я видел маленькие росточки, маленькие грибочки, но чтобы вот такие вот огромные кусты были, вот этого я точно не видел. Если вырастет на нем деревья, это будет еще клевее. Единственное, что я не знаю, а если я погружусь в воду, эти растения уйдут или не уйдут? Единственное, что меня расстроит очень сильно, если все-таки растения эти исчезнут. Блин, ну это клево. И он, мне кажется, все зеленее и зеленее становится. Возможно, это из-за того, что он постоянно на суше. Возможно, но это не точно. Короче, платформа. Давай строить платформу. И смотреть уже, где мы будем строить. Так, с маленьким. Платформочка. Фрагмент у меня все это дело есть. Давай возьмем ее сначала одну. Да, будем строить пока что деревянную. Я начну с деревянной. Потом у меня деревянная платформа станет как этот... точка для телепортации. Ой-ой-ой, нет, как точка для телепортации, это маленькая платформочка. Окей, допустим. И давай смотреть, где мы вообще ее можем построить. Вообще, я бы построился здесь. Почему? Ну, здесь точка телепортации, куда я могу телепортироваться. Вот. Ну и второй вопрос, это не то. Второй вопрос, могу ли я потом эту платформу как-то двигать? Так, океанская платформа. 4 штуки могу поставить. Интересно.
И могу только подобрать океанскую платформу. Так. Здесь есть где-нибудь как забраться? Ага, вот, отлично. Есть забраться как. Изнутри забираемся. Да не, слушай, это большая платформа. Она просто выглядит так маленькой. Она огроменная платформа. И давай вот я сейчас вот здесь вот встану в уголочке. И попробую телепортироваться. Мне нужно... Да даже вот, если что, я телепортируюсь сюда. А, то вообще тут изи-бризи. Ты смотри. Прям вообще, прям четвертиночка от нее только тратится на телепортацию. Отлично. Выходим из области телепортации, и все, телепортация сбивается. Отлично. А неплохо, а неплохо. Единственное, что... Так, 100 тысяч хп, это окей. Я могу только подобрать, и ничего с ней не могу сделать. Что логично. Место для забирания, я смотрю, только у нас внутри, да? Угу. Только внутри место для залазения наверх. Это по центрам. И я не взял с собой... О, а вот сюда упали. Клёво. Просто у меня куропатки спавнятся на этом острове. И... Клёво, почему бы, потом притомлю. Всегда у меня одни ботинки поломались, и другие надел. Мне повезло, они у меня есть. Это что, там этот, что ли? О, там этот, походу, делал. Для задания. Вот и чеши отсюда. Знаю я вас. Только нырнешь в воду, уже тут как тут. Так, а, черт побери, скорость небольшая. Сильно не всплывешь. Ах ты, мать твою. 145-й. Электрофорусы эти вообще прям меня накаляют здесь. Вот здесь они прям... Вот прям их много. И прям они бесят. Так. А, платформа. Ой, платформа, господи, этот. Фундамент. Фундамент. Дальше я все поставил. Так, давай смотреть, что мы здесь можем. Так, рампу я могу сразу цеплять, кайф. О, это тоже могу цеплять сразу, вообще прям кайф. Так, на раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь, раз, два. Ага, это я могу цеплять только к центру, здесь я могу только ставить фундаменты. А, здесь я так, а здесь они цепляются к краю. Я понял. Три в ширину. Раз, два, три. Четыре. Как ты так ревонько косненько цепляешься. Но тут надо прям быть аккуратнее. Я прям себя подготавливал еще на экстиншене. У меня что же там полбазы было на платформе, на скальной. И я себя подготавливал. Как вы бы знали, сколько раз я платформу поднимал, сколько у меня фундаментов, сколько у меня сотен фундаментов улетело, просто разломалось. Это просто ужас. Так. Что за крик был? А, циклан, что ли, сдох? Вот лошара. Так, ладно, в любом случае, три у нас в ширину. Рампу сюда не поставить. Фундамент сюда не поставить. Эта постройка находится слишком далеко от платформы. Ясно. То есть я могу только так три в ширину поставить. Это я не могу поставить. Могу вот так поставить, но только от этого ноль. Ясно. То есть 3 в ширину, 8 у нас здесь. Так, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, зацепилось как-то через жопу. Вот так она должна зацепиться. Отлично. И 3 здесь. Да, здесь тоже никак. Все. В общем, получается у нас 6 и 8. Это 14 на 14. Ну, я вам так скажу, это дофига. Это дофига огромная платформа. Таких можно поставить 4. И это здорово. А что самое главное? Ну-ка. Нет, это так нельзя.
Это так нельзя, да, это я же проверял уже, это так нельзя. Но вот вовнутрь ее можно впихондрить. Почему ты не хочешь поворачиваться? Скажи мне. Ну, вот так-то я могу, да, допустим, тебя поставить внутрь и так, уоп, и сразу же ушел. То есть без подъема я могу сделать. Ну, окей, допустим, это уже неплохо. Четыре платформы, кстати, возможно, это идеальное место я подобрал. Сейчас давай возьмем еще одну платформочку и посмотрим, что... Ну, клево. Вот, посмотрим, что из этого выйдет. Очень удобно так забираться, я вам так скажу. Единственное, что мне интересно... Да, опять заглавную поставил. Интересно... Как заменять эту платформу на металлическую? Что? Как я ее заменю? Поэтому пока что я вот сейчас вот две создрапал. Застраивать буду только одну. Соответственно, сейчас туда, кстати, можно диносов переместить уже. Так, и она не стакается от слова вообще. Отлично. То есть, чтобы мне пристакать ее, нужно будет... То есть, аккуратно... Блин, мне показалось, что она пристакалась. Это я просто камеру включил клево. То есть пристакивать я ее должен аккуратно, сам, без лишних этих. Ну понятно, то есть это занятие на не один десяток минут. Вот. Допустим. Хотя, может, и быстрее. У меня уже с этим хоть какой-то опыт есть. Но, как видите, уже кривенько-косонько. Надо повернуться вот так вот, а короче. Ну, это еще та заморочка. Хотя, вот так вот уже более или менее. Хотя, нет, тоже повернул. Секунду. Сейчас проверим. Состыковал их, получается, прям вот этот бортик. Сейчас покажу. Вот этот бортик прям в бортик заходит. И посмотрим, как здесь лягут фундаменты. Это тоже очень крайне важно, чтобы, ну, то есть это на будущее, чтобы понять, что как где. Застраивать я все равно, как я уже сказал, пока что буду только одну. Ну-ка, давай проверим. Она, получается, наверное, держится все-таки за этот край. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не-не-не-не, она прицепилась к краю. Вообще кайф. А ты посмотри-ка. А подобрать океаническая платформа? А это, короче, какая-то Жопкинс. Это Жопкинс. Это прикол. Она... я ее так поставил красиво, что она просто там застряла. Ладно, с этим потом разберемся. Так, сделаем яркость погромче, сделаем. Так. Мне сейчас самое главное нужно это проверить то, как ставятся фундаменты. Но начнем их, пожалуй, через... Ах ты, собака. Не сюда. Чтоб тебя... Так. Вот так. А, это самое отвратительное, когда она начинает ставиться не так, как ты хочешь. Отлично. Два. И три. Вот в данном случае поставилось как надо, но, как вы понимаете, дальше жопа. Ну, понятно, короче, у меня не получится. И их состыковать. Ё-моё. А, прикол, то есть я на платформе могу построить, но не сильно высоко. А здесь что-то могу построить, но тоже не сильно высоко. Ёшкин кот. Кстати, да, хотел показать вам, это прикольно так. Типа это часть корабля, по факту. А это типа... Вот, докрутился. А это типа это... орбита планеты, около которой мы находимся. Типа того показывается. Хотя этот корабль выглядит больше, чем эта планета. Ну, просто он меньше. Прикольно, короче. Ладно, фиг с этим всем. Я понял одно, что...
Ну, чутка с этим у меня будет проблема. То, что придется их все-таки делать либо платформу, прям в платформу конкретно еще сильнее инкрустировать. То есть вот, и вы видите, да, то есть насколько, то есть прям мне нужно будет еще дальше что залазить. Но, судя по вот этим фундаментам, я все равно сделался неправильно. Короче, это еще та хрень, которую я не хочу сейчас, с которой я не хочу сейчас заниматься, потому что мне сейчас нужно перевести всех своих диносов сюда. Так, и что бы я хотел сделать для начала? Убрать те фундаменты. О, говорит, а так... Ой, да ладно! Ой, да ладно, клёво! Хоть застреляйся пистолетом, он все равно не пикапнется, эта платформа. Ой, спасибо! Ой, спасибо! А можно у других платформ также сделать? Ну, хотя, ладно, уже не нужно. Уже не нужно. Я уже на тех платформах не строюсь. Кстати, что здесь показывается? А, это ХП веревочной лестницы. Ясно. Блин, так показывает, как будто здесь все может разрушиться. Легко и просто. Так. Подбираем платформочку. И погнали сейчас посмотрим все-таки другое место, где можно построиться. В итоге, обдумав, что, как и где, я понял, что другого варианта нету. То есть, да, реально, либо строишься там, где вот я изначально построился, либо строишь, то есть, если хочешь здесь, я имею в виду построиться, то либо строишься там. То есть, с той стороны мешается, с этой стороны мешается, ну, то есть, как бы, везде все мешается. Вот, просто тут была как раз ночь, было удобно видно все. Есть полетал, ну как, гигой кидаю себя и летаю. То есть получается либо вот в ту сторону большая площадка, либо сюда. И другого варианта-то и реально нету. Потому что здесь везде миссии, миссии, миссии. И это как бы логично, что ты не сможешь ничего сделать. В целом, океанический биом очень кайфовый, очень красивый, но построиться здесь негде. Поэтому берем одну платформу. А вот она. Вот, берем одну платформочку и уже с ней будем что-либо делать. Что у нас по весу? По весу у нас нормально, даже могу еще целинга взять, и вроде бы как будет все хорошо. Сгонял тут это камень, подобывал немножечко. Так, посчитал, что пригодится. Потому что у меня камень не закончился. Ну и да, нужно будет деликурусов томить, анкил, деликурусов и так далее. Давай смотреть, куда лучше поставить платформу. В упор или не в упор к земле. С одной стороны, есть смысл поставить в упор. И как вариант, я буду забираться сюда и телепортироваться уже отсюда. А с другой стороны, есть смысл не ставить в упор, чтобы здесь спавнилась трава. И если я с черепахи уберу растения, как вариант, постройки, то как вариант, черепаха здесь будет стоять и просто тупо лутать. То есть, потому что пока не было построек, здесь спамилась трава постоянно, трава и деревья вроде. Вот, поэтому есть смысл туда немножечко подальше сдвинуться. Вот давай прям по максимуму как могу, давай поставим вот так вот. Угу, допустим. Классно. Хорошо, хоть в текстурах не застреваю. И уже вот здесь что можно начать отстраивать свою первую платформу. Конечно же, криво поставил. Ну, допустим, как-то так. Уже вроде как получше. Я смотрю, под землей у меня этот стоит. В упор. Причем. И как бы это потом мне не мешало. Но это уже будет потом. А сейчас вроде как все хорошо. Да, везде все могу поставить. Кстати, да, я могу поставить, к примеру, фундамент вот так, прям на самый край, не пристыковываться ко всей этой фигне и вообще, то есть, как бы, соответственно, выходить за край без проблем. Поэтому не обязательно вот так пристыковываться к краю. Пристыковываться к краю это нужно, если ты хочешь просто чисто вот застроить платформу, центр, да, то есть разрабы красава в этом плане, то есть они вот...
подразумевает, что ты просто захочешь какую-то платформу застроить, допустим, вот она, застройка, да, идет. Чисто под диносов, допустим, либо под центральную застройку. И все, то есть у меня одна платформа будет обязательно точно, вот, вот как я сейчас делаю, чтобы здесь стояли диносы. Вот, поэтому разрабы, конечно, красава в этом плане, то есть они продумали этот вариант сразу и как бы без каких-либо проблем. Вот, и все, и вот она застроечка, все хорошо, все замечательно. У нас имеется плотная платформа. Можно ставить не только целлинги, можно ставить люки, по идее, можно ставить какие-то воротины, то есть это трапы и так далее. То есть как бы вариантов очень полно. Единственное, что веревка стоит ровно по центру, поэтому нужно будет два этих открывать, чтобы можно было залазить. Но для простой платформы этого, к примеру, будет уже достаточно. Поэтому можно, допустим, вот сюда уже переместить своих диносов, чтобы они уже находились здесь. И жабка. Вот, и уже не нагружали черепаху. Соответственно, и ресурсы тоже можно сюда. Не, в целом можно и черепаху сюда переместить. К примеру. К примеру. Вот здесь. Вот это какого фига переместился сюда, пиздюк! Фига мастакс. Он вообще переместил всех, кто... Офигеть! Все, кто бегали под ним, он их тоже переместил. Диких диносов можно перемещать. Обалдеть. Обалдеть. Офигенно просто. Вот. Такое ощущение, что он, по идее, даже сюда может и не пролезть, вот, в центр. А как на роликах он пролазил здесь, типа, постройка? Ладно, фиг знает, может, металлическая платформа, она просто больше по размерам, и тогда это хоть как-то оправдывает. Но зато теперь уже перемещать предметы будет намного легче сюда вниз. Ну, такой вот искусственный остров. Блин, это клево. Это клево, когда ты можешь построиться там, где захочешь, будь то на воде, будь то не на воде. Единственное, что, конечно, лучше металлическую, потому что здесь вроде бы лексидисов нету. Но, кстати, можем проверить. Альфа-тостиотис. О, альфа-тостиотис есть один. Класс, надеюсь, он меня не сломает, платформа. Лексидис. Лидсихтис. Ну ладно, фиг с ним. Они тоже есть. Вот у меня вот вопрос. Они будут реагировать на платформу как на лодку или нет? Вот это прям интересно. Если да, то, соответственно, металлическая платформа будет хоть какое-то иметь спасение в этом плане. Вот такие пироги. Да, вот видите, уже начали потихонечку появляться растенишки. Или это с того края? Нет, с этого края уже эти растения сжрал. Вроде бы как. Или они до этого тоже появлялись. Но в любом случае, вот этих растений точно быть не должно было. Вот, поэтому, да. Как-то так начинает все потихонечку оживляться, появляться, и все просто замечательно. Вот такие вот дела. Ладно, народ, строительством дома я уже буду заниматься потом. Такая вот сумбурная дебильная серия, все как обычно, все как всегда, все чисто в моем стиле, потому что я по-другому делать не умею и, наверное, не хочу. Да, под мои форматы видео подходят больше это стримы. Вот стримы, они вот то, что я делаю для стримов, было бы идеально. А жаль, времени на это нету. Когда время появляется, тогда я и записываю серию. В этом-то и проблемка. Вот такие вот дела. Ну, а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, интересно, конечно, делиться моими своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока. Хотел бы порекомендовать вам сервер Astral. Сервер PvP направленный с модом суперструктуры. В трайбе не более 10 человек.
рейты на опыт и сбор 5x, скорость роста дина 15x, приручение 10x, скорость урожая 50x. В кластере сервера вами любимые карты, кроме Булгуэра и Скёрча. А для новичков действует промокод Estrel Mrevita. Плагины и моды для комфортной игры. Еще больше информации вы можете узнать в Дискорде сервера. Проходите по ссылке в описании и не забудьте про промокод.